У Могилёве на Дняпры рыбаков нема. Выратовальники на воде тлумачаць им. При хистане температур на водоемах з'явіліся промывины. Выходить на лед по-ранейшему небеспечно для життя. Много льда подтаяло, и много льда, который даже если он стоит, но за счет течения он снизу подмывается. И поэтому местами опасно подходить, ну, ходить по льду и даже подходить к берегу, потому что вода упала, и закраины льда на берегах тоже они также опасны, потому что он как бы лед наклоненный к воде. Если стать, то можно подскользнуться и упасть в воду. Снегопад накрыл лед небы коудры, так что гэтые морозы не повеличили его толщиню, кажуть у осводе. Лед застается небеспешным и для рыбаков, и для тех, кто ходит пешу по речках при ожидании скоротить шлях. Говорим руководителям и горрайсполкомов, где есть на территории переходы какие-то через водные преграды, значит, обязательно их еще раз посмотреть. И, кроме того, колодцы, открытые колодцы в сельской местности, потому что достают воду, проливают ее возле колодцев и затем подскользнуться и упасть в колодец, чтобы при приеме домашних ванн соблюдали осторожность, не перегревались, потому что скачок давления, потеря сознания в ванне тоже. К сожалению, мы имеем такие случаи. Летось на водоемах в области загинули 52 человеки. 32 из них выпадково упали в воду. Зимой, покуль толщиня льда не досягне 7 сантиметров, выходить на его заборонено. Татьяна Сергійчик, Денис Бутылин, «Новини регион».